ничего не понятно, но я уверена, что они пишут, что они, увы, проиграют в Москве. «Локомотив» начинает свое путешествие в Лиге чемпионов в Стамбуле с командой, которая была основана на базе вот этого древнейшего стамбульского училища 15 века. Сам Галатасарай, кстати, был основан выпускниками этого лицея в 1905 году. Друзья, билеты на домашний матч уже в продаже, но кто хочет получить два бесплатных билета на первый матч «Локомотива» в Лиге чемпионов этого сезона, просто напишите в комментариях правильный ответ на следующий вопрос. В 2011 году на одном из турецких стадионов произошло событие, которое попало в Книгу рекордов Гиннесса. Расскажите, какой это был матч и, главное, что произошло. Увидимся в Черкизово. Кто? Охранники. Мы добрались до границ района Галатасарай. Позади меня остался замечательный Галатский мост, еще одна достопримечательность города, который соединяет, собственно, район с центром, где уже находится Айя София, Голубая мечеть и прочие туристические места. Но мы туда не пойдем, потому что главное все-таки наша цель – стадион, куда мы сейчас и отправимся. Главная точка Стамбула – это домашний стадион Галатасарая Тюрктелеком Арена. Говорят, что он был построен по образу и подобию нашего еще одного соперника по группе – немецкого Шальке. Именно на этом газоне «Локомотив» начнет свое путешествие в Лиге чемпионов этого сезона. Мы с вами в деле.